нас автоматический инжектор «Болюс», и проводится сейчас исследование. Поехали. Ни минуты покоя и 18 тысяч обследований за прошедший год. В таком режиме всю активную фазу пандемии проработал мультиспиральный компьютерный томограф на 160 срезов. Год назад уникальное оборудование установили в сосудистом центре Ульяновской областной больницы. Срез полсантиметра дает возможность обследовать даже самые мелкие сосуды, органы и ткани человека за долю секунды. Подобные машины по всей стране можно посчитать на пальцах одной руки. Компьютерная томография позволяет увидеть самые ранние признаки структурных изменений заболеваний, которые происходят в человеческом организме. Самая наша задача – уловить этот момент, начальный момент заболевания. На этом томографе в основном обследуют пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, определяют патологию сосудов сердца, органов брюшной полости, малого таза, грудной клетки и конечности. В условиях жесткой пандемии японская машина не один раз выявляла у пациентов COVID-19 на раннем этапе, тем самым спасая жизни. Нагрузка возросла почти в 10 раз. Это связано вот опять же с пандемией, потому что очень много пациентов поступало именно к нам. И инсультные больные, и больные с реанимационные тяжелые со всех отделений. Обследование проходит очень быстро. Буквально за 10 секунд КТ выдает десятки тысяч срезов. Полная картина анамнеза выводится на экран в виде 3D-модели и мультипланарной реконструкции. То есть, проще говоря, отображение на одном экране трех плоскостей. Все исследования здесь очень интересные. Например, при окклюзии сосудов, при аневризмах сосудов головного мозга, мешочатые аневризмы, это артериовенозные мальформации. Очень большие, огромные были. Вот у нас молодой человек, 40 лет, он трижды поступал к нам с кровоизлиянием. 62-летний Евгений Емелин испробовал на себе компьютерный томограф уже два раза. Последний раз в больницу мужчину привезли с инсультом. На фоне болезни отказала рука и нога. Признается, на тот момент он был уже между небом и землей. Пациент считает, именно благодаря современному оборудованию и оперативной работе врачей он жив и уже полностью восстановил работу конечностей. Я очень доволен. По-видимому, как КТ делали, результат этого медики смотрели, что правильное лечение на основании этого всего назначили. Ну, сдвиги хорошие. По крайней мере, рука двигается, работает. Благодарен очень медикам. Большое им спасибо. Уникальный набор функций, пакет электроники, которыми обладает томограф, также позволяет консультировать и лечить пациентов из любой точки региона. Рената Алиулова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.